дежурную часть Лесногородского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу обратился местный житель с заявлением о краже электроинструментов из хозблока в одном из частных домов деревни Острогино. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 32-летний житель одной из республик ближнего зарубежья.